Здравствуйте, бутик Барбинкора Ирина Машихина. Готовимся к первой бесконечности. Для того, чтобы объяснить, что это есть, необходимо рассказать эволюцию создания и те этапы, которые прошел тот коктейль, который является резидентом коктейльной карты Бианкора под названием «Сапфировая бесконечность». «Сапфировая бесконечность» – коктейль-победитель Бакарди Мартини Гранд-при в 2007 году, который проходил, финал состоялся в Турине. Про имя. На самом деле, в полуфинале коктейль, который мы знаем под названием «Сапфировая бесконечность», у меня была какая-то мечта создать коктейль и назвать его в честь своей дочки. Дочку зовут Алика. Поэтому в полуфинале это называлось Алика. Там есть такая оценка, скажем так, ассоциативный ряд между собственным названием и сущностью коктейля. Поэтому, когда я прошла полуфинал и попала в в финал Украины, мне настоятельно порекомендовали изменить название коктейля. В финал я решила выбрать нечто красивое, гламурное название. И в частности, в финале я шла с коктейлем в студии 54. Я выиграла украинский финал. Для международных конкурсов, как правило, требуется более витиевато нарядное, красивое название. Откуда взялась бесконечность? Один из дегустационных вкусовых судей, я просто услышала его комментарий, когда вот они дегустировали на тот момент в студии 54, с каждым глотком открывался новые какие-то вкусовые переживания. Из этого, скажем так, я это взяла за основу, получилось бесконечное проживание различных вкусов. Вот откуда, собственно, и появилась бесконечность. Сапфировая бесконечность. Метод шейк, коктейльный бокал, 30 мл джина, мандарин Наполеона, грейпфрутовый фреш, причем фреш должен быть красного флоридского грейпфрута, 50 мл, 5 мл гренадина, причем гренадин определенный, гренадин с ароматом лесных ягод. В оригинальной версии я использовала гренадин Мари Бризакс. Непосредственно делаем несколько срезов кожуры грейпфрута. Это момент, когда вам необходимо поаплодировать. Освобождаем бокал от льда. На отборочном и на финале Украины я использовала украшение, я использовала ежевику. Я считаю, что этот коктейль в том виде, в котором он есть, он завершен, поэтому никаких украшений в моем случае. Я надеюсь, когда Алика подрастет, обязательно схожу с ней в бар и угощу ее сапфировой бесконечностью, потому что изначально этот коктейль создавался для нее. Сапфировая бесконечность. Откройте вместе с нами новые вкусовые грани Blueberry Muffin Martini, Сапфировая бесконечность и кофе эспрессо.